Спасибо вам за истинные простые. Спасибо за терпение для мудрости за свежие.
75 году я был классным руководителем пропускного класса. Вот староста Арнау Мария, она и сегодня поздравила здесь перед ним наших гимназий с праздником День Учителя. Это было недавно, это было в 75 году, вы рассвет читали новости на Старице. Да, прошло много лет. Но приятные воспоминания, они остались в нашей душе. Непростой, очень сложный учительский труд. Каждый день надо себя готовить к этому. Потому что такие мы вот, детей видим все наши недостатки. И мы стараемся не показывать. И следить за каждым словом. Потому что слово учителя, оно глубоко попадает в душу детей. Я желаю вам терпения, здоровья и самого лучшего, чтобы светлые дни были не только по праздникам, а чтобы чаще были светлые, яркие дни. Всего самого доброго, спасибо вам за приглашение. Учителя, выпускников высшей экономической средней школы 73-75 год, низкий вам поклон. Сюда входят и те, которые за пределами Молдавии, а именно Марченко, Григорий, наверное, Ключеняк, Н. Булгаро, А. Овчаренко, Юрий и так далее. Спасибо вам, вы были классным руководителем. У них очень дружный класс. Очень дружный. И Я также люблю историческое. В последних лет, когда я читала, когда вы были, когда вы были.
Тоже люблю «Унесённый ветер», тоже перечитала несколько раз, но «Мастер и Маргарита» первый раз, когда прочитала, но как-то у меня это не... Учиться быстро, четко отвечать, а сегодня за ответы десятки ставим вам опять.
Aceste ființe care primește atât de puțin
дай совести через пяти минут, мы требуем себя другим чего. Че? А он требует Инджелин Кор. Вы мне сделали распуск. Lumina multă lumină, ca profesor să nu se stingă luminând. Aș dori să menționăm faptul că printre dascălii noștri se află cei ce toată viața și-au consacrat-o pentru copiii altor oameni. După cum spunea poetul, ei n-au făcut altceva decât i-au instruit și i-au educat pe copii. Aceasta noi... Doamna Marisa Maximu, care anul acesta face 35 de ani de activitate.